Присутствующие на соревнованиях поприветствовали первого вице-президента Азербайджана, председателя Организационного комитета 4-х игр исламской солидарности Мехрибана Алиеву. Сначала на татами вышли борцы-вольники весовой категории 57 килограммов. Наш борец Махир Амарасланов в решающей встрече за золото одержал победу над представителем Казахстана Жандосом Исмаиловым и стал чемпионом 4-х игр исламской солидарности. Затем состоялась церемония награждения победителей. Медали борцам вручила первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета 4-х игр исламской солидарности Мехрибан Алиева. На финальной встрече соревнований борцов-вольников весовой категории 65 килограммов представитель Азербайджана Мехаммед Муслимов уступил иранскому спортсмену Мейсами Насери и удовольствовался серебряной медалью. Азербайджанский борец Нурмехаммед Хаджиев весовой категории 97 килограммов встретился в финале с иранцем Амиром Мухаммади и, одержав победу с большим перевесом, стал чемпионом 4-х игр исламской солидарности. На церемонии награждения победителей медали спортсменам вручила первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета 4-х игр исламской солидарности Мехрибан Алиева. Representing Turkmenistan, Yusuf Menajayev.
Бережаев. Azerbaycan'ın var. Azerbaycan Respublikası'nın dövlətini seslenir.